Компания «Кораль» представляет. Наталья Стрейгнард, Хуан Пабло Раба, Хильда Абрахамс, Флавио Кавальеро и Эмма Раббе в телесериале «Толстая девчонка», автор сценария Рассанна Негрин. В фильме снимались Норкис Батиста, Херонимо Хиль, Марианелла Гонсалес, Лусьенда Алессандро, Белен Мореро, Феликс Лоретто и другие. Seremos par de gatos que van por la oscuridad, que no quiebran ni un plato, pero incendian la ciudad, dando de qué hablar, dando ejemplo de cómo se debe amar. Compositor Francisca Cabrujas. Poco a poco se me caen los pesos en tu piel, mientras que mis manos quieren conocerte bien. Операторы Рафаэль Нуньес и Доминго Фуэнтес. Продюсер Анна Висоса. Режиссер Хосе Алькальде. Это уже слишком. Я пришла на рабочую встречу, а не на частную вечеринку. Погоди. Этот праздник для тебя. Ты единственная приглашенная. Я пришла обсудить план компании, который вы продвигаете, а не развлекаться. И тем более не спать с вами. Дело в том, Вилли, что мне необходимо знать все о коллегах по работе. А тем более, когда речь идет о такой прекрасной женщине, как ты. Шампанского или чего покрепче? Я не привыкла пить на работе. Придется привыкнуть, милая. А вот шампанское. Расслабься. Нам просто необходимо расслабиться. Послушайте, сеньор Фонсека, я... Не говори, сеньор Фонсека. Зови меня просто Роман. Или называй меня как-то иначе. Люблю, когда женщины дают мне имена. Я хочу познакомиться поближе, Белли, а побольше узнать о тебе. В моей жизни нет ничего интересного. Представь себе, не верю. Выпей. Выпей бокал, давай. Выпей. После второго ты откроешь мне все свои секреты, Белли. Это ты так думаешь, клоун. Я готова воевать с этим банком. Отлично, кума, мне твое настроение нравится. Ни шагу назад. Конечно, но как же быть с деньгами? Настроением суд не выиграешь, нужны деньги. Господь поможет, Консуэла. Кума, на самом деле Консуэла права. Как быть с деньгами? Ладно, деньги я соберу. Главное, чтобы никто не выкупил закладную. Я приду в банк, и если он появится, уговорю этого не делать. Живущий мечтами умирает разочарованным, Хасан. Извини, слишком поздно. Сейчас же покиньте мой дом. Оба. Ты слышала это, Олимпия? Мой дом. Собирайте манатки, выметайтесь из пансиона, потому что хозяйка поменялась. Потому что теперь этот дом мой. Вот этого я тебе не позволю, Белли. Если только ты не собиралась слезать шампанское прямо с моего тела. Никуда ты не пойдешь, красавица. Меня зовут Белли, а не красавица. Я пришла сюда не пить шампанское, а работать. Постой. Пустите. Не строй из себя святую. Я вижу, какая ты бестия. Ты этого хочешь, и я хочу попробовать. Пустите меня. Вы понятия не имеете, как обращаться с женщинами. Перестань, не строй из себя недотрогу. Пустите. Видно, что у тебя полно мужиков. И я хочу быть последним, тем, которому достанется все. Дурак, такие, как я, тебе не по зубам. Я не из тех шлюх, к которым ты привык. Пусти. Мне нравится, когда ты в истерике. Это меня возбуждает. Пусти. У меня играют гормоны. Не трогай меня. Ты мне противен. Отстань. Я знаю, что у тебя было много мужчин, но сегодня тебе выпадет честь переспать с настоящим. Я знал, что тут дело нечисто. Отталкивать девушку, когда она тебя целует, это не по-мужски, парень, не по-мужски. Ну и что с того? Ты хотел, чтобы я сказал правду? Вот, пожалуйста, мне нравятся мужчины, и что? Какие-то проблемы? Конечно, у меня проблема, и большая. Я не стану жить в комнате с гомиком, который цепляется ко мне круглые сутки. А в чем дело? Это не заразно, мир не рухнет от того, что я люблю мужчин. Или ты?
Так себя ведешь, потому что я тебе нравлюсь? Что? Ты меня не уважаешь? Ну, смотри, я научу тебя, гад. Ладно, хорошо. Давай на этом остановимся. Я знаю, ты строишь из себя плейбоя. Давай договоримся. Пусть каждый живет как хочет. Ладно? Послушай, мы договоримся иначе. Ты соберешь вещички и уберешься отсюда. К черту. Я не стану жить с тобой в одной комнате, паскуда. Это нормальный пансион, а не клуб для геев. Убирайся. Пусти меня. Пусти меня, Роман Фонсека, ты больной. Ладно, ладно. Хочешь поломаться? Тогда придется прибегнуть к грубой силе, но в постель ты ляжешь. Еще раз дотронешься до меня, скотина, и я тебя убью. Слышишь, убью. Ты не станешь меня убивать. Ты не пойдешь из-за меня в тюрьму, дорогая. Я тебе кое-что скажу. Не подходи. Тюрьма не для таких женщин, как ты. Если такова цена за избавление мира от такого подонка, как ты, я сделаю это с огромной радостью. Ладно, ладно, успокойся, хорошо? Не хочешь, тогда в другой раз. Я человек терпеливый. Давай поговорим про компанию. Компания тебя не интересует. Ты пригласил меня, чтобы изнасиловать. Но не выйдет, Роман. Я хотел приятно провести время. Хорошо. Как-нибудь в другой раз. А теперь отдай мне нож. Не подходи. Слушай внимательно, Роман Фонсека. Если еще раз поднимешь на меня руку или дотронешься до меня, клянусь, я убью тебя. Запомни это. Убью. Отойди. Да ладно, дружище, не хами. Не будь бесчувственным. Не думал, что ты будешь притеснять человека из-за сексуальной ориентации. Неандерталец отсталый. Неандерталец отсталый? Дегенерат, продвинутый. Все, давай, проваливай из комнаты. Ты меня уже достал. Проваливай. Ты разочаровал меня, Йорди. Не думал, что такой парень, как ты, может быть таким примитивным. Мне тебя жаль. Вон из моего дома, комедиантка. Никто не выгонит меня отсюда, никто. В чем дело? Что там? Я отсюда тебя за ноги вытащу. Убери от меня эту женщину, Рокки. Когда избавлюсь от этих мегер? Знаешь, что я сделаю из этого притона? Догадайся. Бордель, моя милочка. Чтобы ты работала в нем в качестве шлюхи. А ну-ка, стой, не смей трогать женщин, пусти ее. Проваливай, эту башку разнесу. Всем стоять! В чем дело? Что происходит? Конечно, вот и легавый со своим дружком. Не прикусите язык, сеньора, а то еще отравитесь. Вы не имеете права так обращаться с людьми. Говорите, что хотите. Но никто не помешает мне вышвырнуть вас из этого дома. Ошибаешься, Олимпия. Я тебе помешаю. Франклин, опять серебряная лилия? Я сказала все, что знала. Не понимаю, чем еще я могу помочь? Больше, чем вам кажется, сеньора Муньер. Послушай, Франклин, я нервничаю из-за того, что ты часто ко мне заходишь. Да? Да. Почему? Мне нечего скрывать, но... Что подумают соседи? Что у меня проблемы с полицией? Не волнуйтесь, сеньора Муньер. Я без машины, в штатском. Соседи плохо, о вас не подумают. Я просто выполняю свою работу. Знаешь, Франклин, я вот что скажу. По-моему, ты меня подозреваешь. Нет, конечно, нет. Я считаю вас приличной, благородной женщиной. Не то, что ваша капризная дочь. Но какое отношение я имею к вашему расследованию? Вы можете помочь мне схватить серебряную лилию. Я? Как? Устроив ему западню. Что ты делаешь в доме этой шлюхи? Только не говори, что опять наставляешь мне рога. Запрещаю тебе оскорблять соса в моем присутствии. Я пришел помешать несправедливости. Это непростительно. Ты их ведешь против жены. Матери твоих детей, защищая эту шлюху. Не впутывай детей. Ради них я должен отвечать за твои ошибки. Хуан Анхель, уведи отсюда эту женщину. Нет, пока не сделаю то, что должен. Я пришел извиниться за грубость Олимпии и вручить вам вот это. Хуан Анхель, это освобождение от залога. Это невозможно. Ты не можешь так поступить, Хуан Анхель. Я заплатил все до последнего сентава. У этого дома была и будет впредь одна хозяйка, Саса Аланс. Для этой рекламы мы ищем образ, Кармен. Прежде всего, образ. Белли, хорошо, что ты пришла. Помоги мне набросать план. Не сейчас, Арестас. Не могу. Постой, Белли. Что с тобой? Тебе плохо?
Шеф, вашей жене это очень не понравится. Орестес, прошу тебя, пусти, я задыхаюсь. Вижу, но почему? У тебя астма? Как и у моей толстушки. Это единственный способ поймать его, сеньор Муньеко. Злодей хитер, следов не оставляет, и он вполне может быть полицейским. Полицейским? Он хорошо знает процедуру следствия, знает, как замести следы. Серебряная лилия, как кость в горле сеньора Муньека. И только вы можете помочь поймать его. Ясно, что он хорошо вас знает. Но чем я могу помочь? Что я могу сделать? То же, что и всегда. Попросить помощи. Для приюта? Для приюта. Мы напечатаем объявление, в котором вы сообщите, что срочно нуждаетесь в крупной сумме денег, чтобы спасти жизнь ребенка. Нет, я не могу так лгать. Это слишком. Это невозможно, Франклин. Сеньор Муньека, это единственный шанс поймать серебряную лилию. Пожалуйста, скажите «да». Что это значит, мама? У тебя приступ астмы, так же, как у моей Валентины, не так ли? Да? На свете много астматиков.